В Международный день защиты детей стартовала всероссийская акция «Займись спортом, стань первым». В рамках акции на Театральной площади прошла торжественная церемония открытия всекубанского турнира по стритболу среди дворовых команд и детско-юношеских спортивных школ на Кубок губернатора Кубани. Почетные гости мероприятия поздравили ребят с праздником. Мне бы хотелось, чтобы вот та акция, которую мы сегодня с вами проводим, вовлекла как можно больше детей в круг здорового образа жизни, занятия прежде всего спортом. Для этого у нас есть все необходимое. Это и спортивные площадки летние, это оздоровительные площадки, спортивные залы и стадионы, которые сегодня открыты для всех. Власти Анапы уделяют большое внимание развитию физкультуры и спорта. В городе функционируют десятки детско-юношеских спортивных школ и спортивных клубов, где дети занимаются плаванием, танцами, гимнастикой, боевыми искусствами, теннисом, футболом, баскетболом, волейболом и другими видами спорта. Учащиеся всех детских спортшкол выступили на спортивной площадке с показательными выступлениями. Гости узнали информацию о каждой школе и высоких достижениях воспитанников. Также на Театральной площади в этот день работали интерактивные площадки, где проводили игры, эстафеты и конкурсы. Праздничная программа «Анапа. Город счастливых детей» началась со старта юных велосипедистов «Веломалышок». Ребят веселили и развлекали герои из мультфильмов. Пели песни, танцевали и участвовали в конкурсах. Но самым главным сюрпризом для участников «Веломалышка» стали бесплатные билеты в детский парк аттракционов 1000 штук от главы города и предпринимателей курортной Анапы.